Вообще, суперджампы, вот, это смысл жизни. То есть это смысл жизни, это просто нужно жить вот этими привычками, да, успешных людей. Почему люди успешные? Да потому что вот так вот. Вот. Но не просто вот так, но это еще и делать надо. Делать, внедрять свою жизнь, тестировать, пробовать. И что-то новое будет приходить, будет новое, 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 новое. Хотя ничего нового нету, да, но осознание по-новому будет проходить. Это как вот берешь книжку, один раз прочитал, а на второй раз уже по-другому читается. На третий раз уже думаешь, а я разве это читал? Вроде все одно и то же, а смысл-то уже другой. Вот поэтому, Инсайты какие, ну, Влада. Такое глубокое инсайты вообще осознание мощнее. идет, просто супер. Да, еще такое ощущение, как будто в голове сам все перекручивается, переворачивается, осмысление еще. То есть вот шарики заходят за ролики. Вот. Но все в процессе. Я в росте. Я в росте, я прям в росте. Да, ты в Вот. росте, ты в потоке, это просто круто, меня так радует. Радует твое отношение, твои выполненные домашние задания, твои цели, все твои действия. Ты вот просто действительно такой мужчина-лидер, вот сказал, сделал, вперед, у тебя фокус, ты умеешь концентрироваться, ты умеешь вот идти прямо к своей цели. Это очень важное, важное качество настоящего лидера. Вот поздравляю с ростом, просто Да. молодец. Вот сегодня вот с Ларисой поделился, но вот Галина не слышала. Вот сегодня с утра вышел, ну, то есть с утра все сделал, там тренировки провел, прошел, потом обливание холодной водой, потом на эскалере побыл, то есть послушал людей, наших лидеров, вот. А потом выхожу из дома, поехал по делам. Только вышел из подъезда, и такая дорогая иномарка, такая мужчина за рулем едет мимо, ну, то есть проезжает как раз в том моменте, когда я вышел, ну, из подъезда. То есть это говорит о том, что я на правильном пути. Вот, и надо стремиться, стараться, чтобы вот, чтобы быть лучше. Это очень круто. Вот Вот. смотрите, когда человек нацелен на успех, да, когда он сфокусирован на определенных целях, то ему вокруг и все знаки, и все в тему, да, все вот прямо в Да, потоке. То есть вот знаки. подсказки можем увидеть где угодно, да, мы вышли, природа. Природа она нам может показать, цветы могут кланяться, улыбаться, да, вот машина крутая проехала, и Иван увидел себя там на месте этого водителя, да. Очень круто. Да. Получается, вот твое состояние. Мне понравилось, я обратил внимание. Я когда, знаешь, когда я проходил то первый, а нет, второй поток круг силы проходил. И у нас был аудиотренинг. Вот я самый первый свой аудиотренинг записывал. И шел, и это как раз на улице было, и поздно уже, прям уже поздно. И, ну, темно было, луна уже светила, такая полнолуние было. И я иду, луна улыбается. Вот реально как смайлик. Вот глаза вот эти, вот То, о улыбка. чем я сказала. Да, Смайлик. вот реально, я еще глаза так потер, думаю, странно. Я вроде не пью, не курю вообще. Откуда у меня такие эти самые? Вот. А потом, ну, я вот на кругу силы это сказал. И потом девушка там тоже, Лилия Каримова, она тоже сказала, что видела луна, как смайлик улыбается. То есть, вау, это не я один. Это вижу. Вот кто-то видит, кто-то не видит. Ну, вот такие вот знаки А ты уже Вселенная показывает притягиваешь, ты нам. уже примагничиваешь, видишь, таких людей, которые это тоже видят, да? Луна тебе Да, улыбается, да, да, да. машина крутая, вот тебе открывается, вот тебе все знаки, тебе вообще все Да. классно. А дальше больше, больше и все. Дальше только больше. Надо, Да? ну, стараться по этому типу. Просто стараться, стараться, стараться. Делать, Да? делать, 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 Метафизика делать. рулит, 95% метафизика. Поэтому вот как, не зря Да. же говорят, во что ты веришь, да? То так у тебя будет, то у тебя получится. Поэтому, если хочешь что-то Да. поменять, чтобы завтра было по-другому, начинай менять свои мысли, да? Начинаешь менять мысли, выполняешь что-то новое, и у тебя в жизнь приходит что-то новое. Здорово, здорово. Да. Ну, я вот с тонким миром разбираюсь, вот Вселенная, да, все вот. То есть, когда мы на путь какой-то встаем, на путь, то есть идет проверка времени.
То есть, ну, идет проверка по времени. То есть, нужен тебе этот путь или нет? Сдаешься ты или нет? Вот поэтому очень важно действовать. Действовать, Жизнь, быть в потоке и... Да. жизнь всегда будет тестировать нас, проверяя, насколько ты заслуживаешь получить желаемое. Она будет тестировать, создавать какие-то препятствия. Смотрите, все новое рождается через препятствия. Да? Родовые пути ребенок проходит. Цыпленок должен скорлупу пробить. Он задыхается, он пробивает. Вот уже природа закладывает это. Борись, борись, будь сильным. Да? Про бабочку все помните, да, в коконе нельзя помогать, она будет слабая. Она должна сама развернуть крылья, она сама должна выбраться из этого кокона, справиться должна. Поэтому вот когда мы справляемся с препятствием, мы становимся сильнее. И вот тогда Вселенная нам дает уже, то есть это заслуженное, это круто. Ты идешь по правильному пути, я очень рада. Насколько истинны наши желания, поэтому вот, то есть, но это круто, это хорошо. Во-первых, это точка роста всегда. То есть через препятствия мы улучшаемся. То есть, ну, кто-то сдается, кто-то идет вперед. Вот, поэтому не случайно же говорят, что идущий осилит дорогу. Дорога Правильно? осилит идущий, совершенно верно. Да, и знаешь, Иван, вот у тебя есть такое, ты ценишь духовное и материальное, чтобы это было вместе. Вот для тебя просто бы материально в отрыве от духовного не представляло бы такой ценности. Я это чувствую, я вижу, какой ты человек, я вижу твое сердце, я чувствую твою душу. И для тебя духовная часть, она составляет очень много. И когда это вместе, это действительно гармония, это два крыла, духовное и материальное. Я знаю, что когда ты будешь очень финансово самодостаточен, да, ты очень много добрых дел сделаешь, ты готов, у тебя готово, у тебя сердце, душа благотворительная. Правда, я права? Да, благотворитель. Да, я благотворитель, да. Да? Вот, Вот. поэтому даже то, что мы сейчас с кем-то делимся, кому-то рассказываем, да, кто-то повторно там проходит тренировки, все, мы уже сеем эти семена. Чем больше людей будут об этом знать, это пройдут, тем, конечно, быстрее наш мир станет счастливее, потому что люди будут наполнены этим, а мы можем делиться только тем, чем мы наполнены внутри. Я тебя поздравляю Да. с ростом, ты молодец. Главное, что, то есть самое главное, это честность. Вот честность перед самим собой, это самое первое, что нужно честным быть перед самим собой. Потому что, ну, во-первых, как ты себя обманешь, правильно? То есть, если ты себя обманываешь, значит, Всевышнего обманываешь, правильно? Вот и других, ну, как вот, зачем? То есть, ну, лучше быть честным перед, ну, самим Всевышний на собой нас нужно смотрит быть. не сверху, Всевышний на нас смотрит Да. изнутри. Он видит Да, у нас наше внутри, сердце, он да. знает наши мысли. Ты прав. Да, Прав. Иван, поэтому скажи, так вот. То пожалуйста, была ли у тебя сегодня какая-то информация негативная, я имею в виду, может быть, искушение какое-то, может быть, кто-то тебе хотел там что-то рассказать, там, или позвонил, или да, столкнулся где-то? нет, нормально, нормально, все ровно сегодня прошло. Вот поэтому, да, сейчас Я как-то думаю, это ровно тоже не немножко просто. случайно. Я думаю, это тоже не случайно, потому что подобное притягивает подобное, вокруг тебя видишь позитивные люди. Ты уже примагничишь, вот как ты Не, написал, ты классный аудиотренинг сделал, ты молодец. Поэтому ты к себе ну сейчас вот. будешь притягивать таких людей и такие ситуации, как ты написал. Я тебя, Лариса, тоже величайше благодарю. Мы вчера вместе постарались. Ну, раз вчера надо было сделать, мы то и постарались сделать. Ты Записали молодец. аудиотренинг, вообще крутой. Вот, поэтому, Но это не да, последний вот эти... аудиотренинг, да. То есть, Нет, 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 да, нет, ты теперь вот начинай там. прокачивать другие сферы, да? Да. Обязательно, то есть делай еще аудиотренинги, обязательно их слушай утром и вечером, помнишь все это, да? Да. А потом пройдет время, ты их начнешь еще усовершенствовать. Ты почувствуешь, что тебе уже мало, ты вырос из этих штанишек, тебе захочется еще что-то добавить. Ты где-то услышал классное слово, которое тебе запало, понравилось. Крутая какая-то фраза тебе тоже понравилась. И все, ты переписываешь. Ну и в любом случае статусы растут, зарплаты растут, да, команда растет. То есть в любом случае ты будешь уже идти на новые ступени к новым высотам. Да, и что еще заметил, с каждым упражнением осознанности больше появляется.
То есть вот какие раньше аудиотренинги записывал, да, они вроде нужные, но не осознанные, не осмысленные, да. А сейчас уже появляются осмысленные, осознанные. То есть то есть определенная цель, то есть определенная цель и определенное действие нужно делать, да. То есть какое. Вот и наши вот величайшие легендарные говорят, что то есть наше упражнение одно за одно цепляется. То есть первое за второе, второе за третье, третье за четвертое, вот пятое, четвертое за пятое. И вот так вот оно по цепочке вот идет. Вот этот алгоритм так грамотно выстроен, что очень прям грамотно. Вот, то есть наши создатели, то есть это вот молодцы, что вот так постарались. Вот, и оно на психологическом уровне, и на тонком уровне, то есть оно вот такое, все в меру, то есть очень все нужно, и в меру, и У тебя нужно, очень вот, глубокие и такие полезно. осмысления, просто меня настолько радует, и так вот прям вот глубинно, прям вот зашел очень глубоко, ты инсайты получаешь, у тебя вот такие именно осознанные, осмысленные сейчас вот инсайты, просто я не нарадуюсь на тебя. Какой ты Да молодец. я сам заметил за собой, очень сильно поменялся, когда я зашел на первый поток. Вот, а сейчас уже четвертый. А что будет, когда я 19-й поток пройду? Где я буду? Да, ты Это уже будешь просто не чудеса. проходить, дорогой, ты уже будешь вести, а это будет еще Да, круче. Это будет еще круче, потому что ты будешь сидеть, конспектировать, готовиться. Ты от каждого спикера, ты же конспектируешь, ты что-то берешь. Кто-то пример привел из Священного Писания, кто-то привел пример из жизненного опыта, как я вчера, да, рассказала, какая у меня ситуация была, да, где можно было спылить, а я обрадовалась, и ну, совершенно другой подход, у тебя будет другое видение. Да? Кто-то приведет пример там из книги, тут можно анекдот, тут может быть цитата, тут может быть какая-то любая история, то есть все, что угодно. Вот эти вот все ценности, вот твой золотой сундучок, шкатулочка, да, куда ты это все накапливаешь, накапливаешь, и ты расскажешь так, как другие не расскажут. А ты уже сейчас классно говоришь, ты расскажешь просто здорово. И знаешь, когда ты слышишь еще свой голос, это как и аудиотренинг, да, это еще больше жетон провалится по-другому, будут новые инсайты, новые осмысления. Супер! Но мне здесь что нравится, здесь рождаются сильные лидеры, сильные люди. Это прям огромная сила здесь заложена. То есть Классно, классно. все сильные личности, вырастают сильные личности. Да. Мы тебя поздравляем с ростом, Иван, и передавай слово Благодарю. нашей королеве.